И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, друзья, и сегодня у нас Jurassic World Evolution. Но, оговорюсь сразу, мы не просто будем проходить эту игру, потому что многие, наверное, из вас уже играли в эту игру, не единожды прошли ее вдоль и поперек. Мы будем устраивать в этих сериях битвы титанов, друзья, да. Мы будем выращивать наших динозавров, мы построим им специальную арену для сражений и будем наблюдать за тем, как эти машины доисторические для убийства будут рвать друг друга на куски. Ну, конечно же, кто-то из них выживет. В общем, погнали, друзья. Так, ну что же, друзья, добро пожаловать на нашу арену битв. Давайте рассмотрим, я вам немножко расскажу, что здесь я построил для начала. В дальнейшем, конечно, мы будем с вами расширяться и строить больше различных лабораторий, чтобы устраивать наиболее грандиозные сражения наших динозавров. Так, смотрите, я поставил, короче, ограду для начала. Провел, конечно же, дополнительную ограду с электричеством. Вот. И построил две лаборатории Хэммонда. То есть, смотрите, друзья, с одной стороны мы будем с вами выпускать какого-нибудь плотоядного, а со второй лаборатории мы будем с вами выпускать травоядного. Короче говоря, погнали. Я не знаю, давайте посмотрим, вывести динозавра. Кого мы сегодня с вами выведем? Давайте попробуем, начнем с больших машин. Я думаю, выведем трицератопса и выведем, наверное, цератозавра. Я думаю, вот это сражение будет довольно-таки впечатляющим. Так, ну давайте попробуем. Так, значит, здесь у нас наш цератозавр. Мы не будем модифицировать их в этих сериях. Будем выводить их такими, какими они были в свое время. Встречаем первого бойца, друзья. Ох, вот это машина для убийства. Реально, ты посмотри на его громадный рост. О боже, у меня прямо уши уже заложило, я его уже боюсь. Так, отлично. Наш цератозавр выведен, и нам нужно вывести второго бойца. Это у нас трицератопс. Вообще, по идее, я думаю, трицератопс в свое время с легкостью мог победить цератозавра, потому что масса трицератопса очень огромная. Ну, вообще, конечно, он более поворотливый и наиболее, наверное, скорее всего, быстрый. Так, ну что ж, друзья, давайте теперь дождемся, когда наши бойцы сойдутся друг с другом и посмотрим победителя. Так, кстати говоря, в дальнейшем, друзья, мы будем делать сражения стадами, то есть по несколько штук динозавров, допустим, будем выпускать трех трицератопсов против пяти цератозавров. Так, друзья, кажется, у нас что-то уже назревает. Ну что же, давайте посмотрим. Так, кто-то кому-то не нравится. Ого! Что у нас по здоровью? Так, 60 цератозавр. Да ладно, трицератопс. Слушай, намного меньше у трицератопса уже. Посмотри, как трицератопс аккуратно обходит его. Ох, 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 вот это... Вот это поворот событий. Ты видел, как он ему сломал шею? Он просто задрал его с трех укусов. Так, ну что же, ладно. Давайте сейчас тогда попробуем выпустить двух трицератопсов и посмотрим на это сражение. Я думаю, что должно быть стадное чувство, и два трицератопса нападут на нашего цератозавра. Так, ну что же, друзья. Короче говоря, у нас уже есть два новых выведенных трицератопса. Я подлечил нашего цератозавра.
И сейчас мы будем дожидаться, наверное, нападения цератозавра на наших трицератопсов. Мне интересно знать, они будут нападать, сражаться, вернее, будут по один на один, либо два трицератопса будут сражаться одновременно с одним цератозавром. Давайте дождемся этого момента и посмотрим. Так, друзья, прошу вашего внимания. Наши трицератопсы разделились. Они до этого были в команде, но потом один трицератопс ушел от другого, и кажется, кто-то сейчас получит по заслугам и получит за свои ошибки. Слушай, мне кажется, второй трицератопс сейчас будет помогать нашему первому трицератопсу. Да чего же цератозавр злой и страшный, слушай. Я видел, как он ждал того момента, когда... Ух ты, да ладно. Просто с одного... Не может быть. Он ждал момента, когда трицератопс повернется к нему спиной. И тот, знаешь, так медленно подходил к нему. И ждал, но... О-хо-хо, кажется, наш малыш разошелся. Ну что же. Да ладно, второй трицератопс просто убегает от страха. Слушай, но цератозавр, по-моему, разошелся. Да, он почувствовал вкус крови. Так, друзья, наш цератозавр готовит второе нападение на второго трицератопса, который испугался и убежал щипать траву. Ну что же, ждем, выжидаем. Смотри, трицератопс вообще не обращает никакого внимания на нашего цератозавра, а цератозавр постоянно, знаешь, не то чтобы обходит нашего трицератопса, а приближается все ближе и ближе к трицератопсу. Мне интересно, наш второй трицератопс сможет дать отпор нашему страшному и грозному цератозавру? Я буду удивлен, если цератозавр сможет завалить двух трайков. Смотрите, он подступает, постоянно подступает ближе и ближе к нему. Ну что же, друзья, кажется, начинается интересное. Давай, малыш трицератопса, дай отпор злому и страшному цератозавру, отомсти за своего собрата. Уровень здоровья, конечно, у нашего цера меньше. Я не успел его вылечить. О, хороший удар, хороший удар. Ну же, давай, ты посмотри, как долго выжидает на этот раз цератозавр. Все, кажется, малышу трицера... Да ладно. Не может быть. Наш цератозавр просто идеальная машина для убийства. Уложить двух трицератопсов, даже несмотря на то, что я не лечил нашего цератозавра. Браво, аплодисменты, аплодисменты. Ну что же, друзья, наш цератозавр полностью восстановил силы, и теперь я думаю, наверное, вывести ему более такого крупного противника. Это анкилозавр. Давай посмотрим, сравним характеристику. Атака 53, защита 56. Так, трицератопс, атака 71. Но вот по защите, да, у него было 36. Цератозавр, атака 108, защита 40. Ну, я не знаю вообще, конечно, насколько мне известно, у анкилозавра очень мощный удар его каменным хвостом. Ну что же, давайте понаблюдаем, наверное, за этим сражением. Приветствую тебя, Анкила. Ага, друзья, кажется, наш цератозавр
заметил нового своего соседа, нового гостя, и он очень недоволен его присутствием. Ну что же, Анкила, ты сегодня почтешь судьбу трицератопсов, или все-таки ты сможешь дать сегодня в нашей серии отпор нашей машине для убийства цератозавру? Ребята, давайте посмотрим на это сражение. Ох, это будет невероятно. Ага, смотри. Стоечка, стоечка. Да ладно, цератозавр сразу... Ох, вот этого да, цератозавр не ожидал. Посмотри, он даже пошатнулся. Давай, Анкила. Мне кажется, у тебя не будет второго шанса. Либо сейчас, либо потом уже все. Ну, ты посмотри, как они выжидают. Выжидают. Второй удар. Да... Блин, боже, мне показалось, что второй удар... Давай. Все. Все, это просто идеально. Просто в миг. Просто в миг завалить. Блин, вот это действительно у меня, ребят, нету слов. Это реально зверь, это убийца. Так, друзья, короче говоря, я нашего трицератопса немножко модифицировал. Вот, попробуем сейчас вывести нового трицератопса. Я ему повысил атаку, повысил защиту. Вот, если наш трицератопс сейчас сможет справиться с нашим цератозавром, тогда мы попробуем потом модифицировать анкилозавра и посмотрим, сможет ли наш улучшенный геном анкилозавра с лучшей защитой и атакой победить цератозавра. Так, ну что же, поехали, выпускаем нашего модифицированного трицератопса. Да, кстати, я сменил окраску. Ну что же, друзья, давайте дожидаться. Давайте дожидаться нападения, как всегда, нашего цератозавра. Ты посмотри, что делает этот цератозавр. Он уже идет в атаку. Вот сейчас трицератопс сделает ошибку, которую сделали его собратья до этого. Они подставляют спину. Слушай, он такой же трусливый, как и до этого были трицератопсы. Он просто убегает от него, хотя цератозавр, да, он идет, срезает расстояние между трицератопсом и подходит, пытается подойти к нему все ближе. Слушай, я не пойму, что делает трицератопс. Мне кажется, он пытается из-под тишка напасть на цератозавра. Посмотри. Он второй раз подходит к нему ближе, но в тот же момент он уходит и подбегает со спины. Слушай, как будто выжидает удобный момент напасть первым на цератозавра. Слушай, а наш трицератопс-то, он умен, я тебе скажу. Так, друзья, короче говоря, я не стал дожидаться первого сражения, пока... Кто у нас побьет первым, либо Цера, либо Трицератопс. Я сразу же вывел второго Дина. Это анкилозавр, да, геном я тоже модифицировал. И вот теперь можно дождаться, наверное, последнего сражения. Кто же сегодня выстоит? Сражение Церы против двух модифицированных геномов динозавров. Ну что ж, давайте дожидаться. Кто на кого первым нападет? Итак, друзья, кажется, у нас что-то сейчас будет. У нас потасовка двух монстров. Ух ты, посмотри, какой серьезный удар нанес трицератопс цератозавру. Ну что же, выстоит ли наш модифицированный геном? По-моему, нет. Модифицированный геном трицератопса... Цератозавр просто с двух ударов снес нашего модифицированного трицератопса. Посмотри, то есть модифицированный трицератопс, он вообще оказался слабым. О, ну нашему малышу все мало. Нашему малышу, мне кажется, все мало, и он сразу же идет в атаку на Анкила.
ты серьезно? Посмотри. Да, он пытается на него напасть. Но мне кажется, Анкила просто не обращает на него внимания. Анкила убегает. Трусливо убегает. Я еще заметил, что наши модифицированные геномы динозавров, они трусливее своих настоящих предков. Ого! Кстати, скажу так, что Анкила-то не из трусливых. Он сразу же занял оборонительную позицию. Посмотри, да. Он встает в оборону. И сразу дает знать своему неприятелю, что лучше с шутки-то со мной не шутить. Циртозавр стоит еще и думает, смотри, подходить или нет. Ну давайте, ребята. Сойдитесь, сойдитесь в жестокую драку. Да ладно, циртозавр... Циртозавр ушел. Он впервые испугался за сегодняшние наши сражения. Впервые, ребята. Итак, господа, кажется, наш малыш-циратозавр требует очередной крови. И сейчас будет сражение титанов. Слушай, Анкила трусливо, мне кажется, уходит. Просто уходит. Твой предшественник-брат был куда смелее и куда сражался лучше, чем ты. А, нет, вот. Вот теперь. Ну что же, смотрим, друзья. Неужто наш циратозавр сможет победить модифицированно Анкилу? Ну, тогда брависсимо, просто брависсимо. Ты получишь статус идеальной машины для убийства на нашей арене. Первый удар. Мне кажется, уже переломан ноги. Второй удар. Да ладно, Анкила сразит циратозавра. Модифицированный. Нет, все-таки циратозавр, да. Циратозавр мне, да, все-таки сделал свой удар. Но в этот раз, мне кажется, он немножко... расслабился, да, посмотри. Так. Подожди. Анкилозавр просто трусливо сбегает. Не может быть. Ты посмотри, что происходит, друзья. Циратозавр не успел восстановиться от старых ран и уже опять нападает на Анкила. Кстати, Анкила вернулся на свое место. На свое пастбище. Ну что же. Что будет на сей раз? Анкила опять просто испугается и убежит? Либо даст серьезный отпор противнику? Давай, Анкила, я верю в тебя. Неужто реально наш убийца займет сегодня первое место? Удар, первый удар. Да, все, мне кажется, наш Анкила сломлен. Все. Это реально, да, друзья. Эта машина для убийства сегодня занимает свой статус идеального убийцы. Идеального бойца нашей арены битв Jurassic World Evolution, друзья. Ну что ж, друзья, на этом я закончу свою серию. Всем, кому понравилось, пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока. До новых встреч.